Сентябрь на дворе, а тут снег идет. И день такой теплый. Я такое видал, что ты не поверишь. Видел, как рой солдат захлестывал Париж. Видел мощь Блицкрига и пляж, превращенный в крепость. В красоте военной машины есть какая-то сила. Противник падает с небес, Генце. Вольф Хезе в безопасности, брат. Надо полагать, враг займет свои зоны высадки и приготовится к обороне. Чем дольше мы ждем, тем больше у них будет времени, чтобы окопаться. Связь с дивизией генерал-майором Фоссом еще не установлена. Так что действуем сами по себе. Собери камп в группу и немедленно начинай наступление. Пока не получим других приказов, будем оттеснять противника от Вольфхезе. Пусть камп в группе выдвигается и нейтрализует зоны высадки, пока британцы не успели там обустроиться. Чтобы усилить штурмовую группу, возьми здесь подкрепление из штаба и командование роты. Все, Альдрих, я на тебя рассчитываю. Юг Вольфхезе полностью под нашим контролем, но вражеский десант высаживается вне этой зоны. Соберитесь в боевые отряды и выдвигайтесь к зонам высадки, чтобы зачистить их. Бойцы, слушай приказ командира роты. Ну все, пошли! Мотопехота, становись! В полной готовности. Начать работу! Стройка завершена. Николас, готовься к выходу. Что случилось? Я за пулемет, а ты вези нас туда. Квадрат указан. Едем. Развед БТР следует по маршруту. Походный порядок. Снайперы! Того, кто убьет больше всех снайперов, я представлю в награде. Противника разгромлен. Ну что? Вражеская пехота уничтожена. Готов. Понял. Выдвигаемся к отмеченной цели. Ответный огонь. Противник. Этот МГ-42 нам как раз пригодится. Вражеский отряд уничтожен. А
Отряд готов. Что такое? Отряд ждет приказания. Там так отчаянно за это место дерутся. Но зачем оно им вообще? Не знаю, диверсия может. Да какая разница? Гранатометчики готовы. Спасибо, болван. Я просто так спросил. Тут уж очень большая диверсия получается. Ну, каково держать винтовку? Готов, сейчас будем на месте. Они подойдут. Приказ получен. Поехали. Противника. Пал отряд солдат. Немецкие солдаты снова доказали свое боевое превосходство. Отряд, выйди из боя! Отряд, выходим! Новый приказ! Шнелев, Шнелев! Меня стреляют! Мать Дайнхарда ему колбаски выслала. Ты пробовал? Восхитительно. Что случилось? Движемся в указанном направлении. Расчет готов, командир. Склад гостей. Зона высадки зачищена. Продолжайте в том же темпе. Я за пулемет, а ты вези нас туда! Есть! Выдвигаемся! Навелся на цель! Веду огонь! Нас обстреливает вражеская пехота! Вражеский отряд уничтожен! Выдвигаться под прикрытием! Противник подрезал огонь! Цель! Снайперы уничтожены! Ваша медаль ждет нас! Пересекаю поле боя. Квадрат указан. Едем. Вижу цель. Отряд выдвигается. Атакуем минометную позицию. Нас весь месяц будет стоять. Пусть не победим! Разбит очередной отряд противника! Готов к
мы нашли планы. Планы? Не может быть, что американцы так сглупили. Наверняка фальшивка. Но английские сволочи запутать нас хотели. Все равно планы надо отдать Фоссу. Он знает, что с ним делать. У нас есть радиосвязь с Дельфанта Уфа. Генерал-майора Фосса. Идите, я объясню лейтенанту Бергену. Приказывайте, командир. Мы попали под обстрел! Так точно, мы не знаем. Слабее. Отряд ждет приказаний. Находимся под обстрелом. Гранатометчики готовы. Взвод ждет приказаний. Выезжаем немедленно. Машины готовы, а ты вези нас туда. Вездеход наготове. Склад гостей. Вот такую эффективность я и люблю. Зона высадки зачищена. Слушаем вас, командир. Понял. Взвод выступает на место. Бойцы, слушайте. Выходим в дальний патруль. Не расслабляться. Обстреляй-ка их позиции. Жизни за Родину. Отряд противника. Боевой маршрут отмечен. Выезжаем. Я Вольгер, командир. По цели очередью. Огонь. Давай, стоп. Патрона, ты подрыва. Враг обезврежен. Выдвигаем. Видим. Новая цель. Огонь. Уничтожить пехотинцев.
Вражеский отряд уничтожен. Расчет готов. У нас серьезные повреждения. Готовы вступить в бой. Бедные британцы закрылись в убежище. Как же мы теперь? Я вас, фрицев, научу лягушатников уважать. Гоните строгой. Экипаж слушает. Веду огонь по стрелкам. Пехотинцы убиты. Так держать. Расчет к бою готов. В полной готовности. Разрежен. Вперед. Ты видел этих психов? Лукас говорит, что он днем встретил парочку. Они так и не поняли ничего. Болваны. Расчет готов, командир. Расчет к выходу. Браво, штурмовики. Уже зачищены три зоны высадки. Осталась всего одна. Отряд выдвигается. Отряд противника разгромлен. Боевая задача. Стройся. Взвод ждет приказаний. Транспорт подготовлен. Я за пулемет, а ты вези нас туда. Квадрат указан. Едем. Это убежище крепкое. Мы орешь. Готовы, командир. Пусть бойцы так обстреляют точно. Его зажигалкой. Занимаем точку. Меня стреляют! Все хорошо! Противник! Численность неизвестна! Иду в бой! Новая цель! Огонь! Да, командир. Транспорт подготовлен. Разведмашина выезжает. Атакуем цель! Отправляйте. Прием. Приказывайте, командир. Понял. Взвод выступает для захвата склада боеприпасов. Ненавижу огнеметы! Противник! Немецкие солдаты снова доказали свое боевое превосходство. Расчет готов! Готов! Сообщайте боевую задачу. Точно. Выходим и занимаем цель. Расчет готов! Шевелись! Не убавляй темп, пока не дойдем! Летел приготовиться! Расчет готов! Стрелки выдвигаются! Молодчина, стрелок! Пусть он горит! Выхожу из боя! Цель. Задача ясна! Что приказа? Они наши казармы штурмуют! Еще свиньи британской в моей койке не попало! Отряд готов! Захватить нас обстреливает вражеская пехота! Захватываем. Отряд приготовится. Выдвигаем цепь. Огонь! Мы попали в прорыв. Мы не упустим победу. Разбит очередной отряд противника. Отряд ждет приказаний. Объект записал. Сообщим, когда склад топлива будет захвачен. Молодцы, штурмовики. Это была последняя зона высадки. Опять высадка. Штурмовики по местам. Ура! Получилось! Я в какой-то момент подумал, что все, крышка. Вражеский отряд уничтожен. Бойцы, слушай приказ командира роты.
Расчет к выходу готов. Движемся туда. У нас полно бензина, мы готовы. Один. Еще один вражеский отряд стал под нашим войском. Больше в маневренности. Они мертвы! Сместите огонь! Чего? Транспорт спешит! Так точно! Транспорт в пути! Пехота готова! 3-2 на ногах! Расчет к выходу готов! Вижу пехоту! Открыть огонь! Союзники положили свои жизни за нас. Расчет готов. Выступаю немедленно. Вражеский отряд пал под нашим натиском. Отлично сработано. Вам удалось отбить их контратаку. Контроль над Вольфхезе остался за группой Лейер. Почему не вышли на связь раньше? Янки снова устраивают трюки. Им нужен генерал-майор Фосс. Нет. Их цель — Германия. Что это значит, генерал-майор? Помните сказку про Гензеля и Гретель? Мы нашли их хлебные крошки. Но дороги домой не будет. Британские и американские силы отнимают у нас больше, чем по 70 километров в день. И теперь они ищут проход в Германию. Голландия станет для них воротами. Первые и третьи британские парашютные батальоны продвигаются к Арнхему, а четвертые — к железнодорожному мосту у Остербека. Американские 82-й и 101-й воздушно-десантные идут на Бест и Нимеген. Они хотят провести свой любимый 30-й корпус по шоссе 69 к Арнхему, объединяя по пути зоны высадки десанта. Штурмовая группа Лейер должна остановить продвижение 30-го корпуса и уничтожить высадившиеся отряды противника. Эту операцию «Огород» мы должны остановить.